Учитель биологии Самарского лицея «Престиж» Станислава Яницкая принять участие в проекте «Классные темы» решила неожиданно. Рассказывает, в один из дней она нашла ссылку на тест по биологии. После удачного прохождения теста Станиславу Владимировну пригласили в Москву, где она прошла последующие испытания. Сегодня педагог вышла в полуфинал проекта, пройдя отбор среди нескольких тысяч своих коллег со всей страны. Для меня, наверное, основной стимул – это доказать самой себе, что я могу профессионально и должна я профессионально, собственно, вести уроки и работать с детьми, ну и, соответственно, не подвести свои организации образовательные, в которых я работаю, должным образом их представить, показать самарское образование на должном уровне. Начинала свою профессиональную карьеру Станислава Яницкая в детском эколого-биологическом центре, где работала лаборантом в отделе зоологии и животноводства. Тогда же начала принимать участие во всевозможных фестивалях и конкурсах. Желание делиться накопленным опытом и знаниями подтолкнуло Станиславу к осуществлению давней мечты – стать педагогом. Это один из немногих людей, вообще, которые я встречала в последнее время, которые просто получают удовольствие от того, что она ведет занятия, что она работает с детьми. Это такое вот качество, которому нельзя научиться. Сейчас у полуфиналистки проекта «Классная тема» своя авторская программа обучения, благодаря которой дети не просто готовятся к экзаменам, но и с удовольствием углубляются в изучение биологии. Педагогическую деятельность в Самарском лицее «Престиж» Станислава Владимировна начала относительно недавно, около 2 лет назад. Однако даже за этот небольшой промежуток времени, отмечает преподавательский состав и директор школы, знаний по предмету у лицеистов действительно стало больше. Мы видим результаты в глазах детей, в их заинтересованности, в посещаемости уроков, в том, как дети относятся к предмету, как им одновременно интересно и одновременно сложно, а значит, мы говорим о том, что уровень, который поставила Станислава Владимировна, действительно высокий, и ребята стараются стремиться к этому. Учитель – это не просто профессия. Учитель – это призвание, отмечают педагоги. И чтобы заинтересовать детей своим предметом, нужно не только обладать талантом, но и иметь большое сердце. Проект «Классная тема», организованный Министерством просвещения и одним из федеральных каналов, призван поднять престиж профессии, от которой во многом зависит будущее страны. Следующий этап проекта – всероссийское голосование, которое будет проходить 24 сентября. Поддержать Станиславу Яницкую можно в официальной группе «Классная тема» в социальной сети ВКонтакте. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.